Здравствуйте. Вот он был король железа, сейчас вот как император железа, да, вот так мы по нарастающей название меняем для всего этого дела. Ну и так, значит, в первой половине 19 века всей мировой экономикой, в том числе самой могущественной вот этой вот империи стали плавильной Круппа. Крупп сосредоточил в своих руках сотни угольных рудников, железных копий, да, это копий, копий, где добывается железо, ну, то есть рудников по добыче железной руды. Он сосредоточил, в своем производстве очень много было у него, коксовых батарей, производство кокса, которое нужно было для производства, соответственно, чугуна. Ну, значит, исходным продуктом сейчас в основном для производства железа является чугун. Из чугуна, простите, стали, я уже по привычке говорю, по-детски, железяка какая-то алюминиевая, да? Вот, на самом деле же железяки бывают стальными, да? Сталь делают из чугуна. Чтобы сделать чугун, это дело сейчас очень мило и просто, используется доменный процесс. Доменный процесс – это нечто, некий объект, который работает, скажем так, вот в непрерывном режиме несколько лет. Есть домны, которые горели, лет 10, то есть горели, это имеется в виду, работали 10 лет. Называется такой процесс, начало его работы – задуть домну. В принципе, конструкция домны вот в основном повторяет ту домницу, которую я вам показывал. Значит, такая вот цилиндрическая, шахтная печь это называется. Шахтная печь, в которую как, в кастрюлю с кашей складывают слоями, вот эти вот разные ингредиенты. Засыпается туда, смесь кокса, извести и железной руды. Пройдет процесс тихо, мирно, сверху вниз. Сверху вниз опускается вот эта вот горящая масса, внизу она превращается, уже в расплав. Расплав, в самом низу, скапливает самый тяжелый чугун. Он за счет гравитации сепарируется, отделяется от этих вот кусочков, которые всегда очень раздражали первых, получателей чугуна, да, вот кусочков всякого шлака, включения, он просто отделяется, сепарируется. Температура большая, температура превышает температуру плавления чугуна, температура плавления железа около 1500 градусов где-то вот в этом районе. И вот, происходит такая вот, сепарация. Ну, давайте посмотрим на эту печку. Она очень просто устроена, до ужаса. Как бы просто устроен. Вот она. Сверху засыпное отверстие. Засыпают туда, вот то, что нужно смесь. Вот поднимается по некому элеватору вагонетка с готовой смесью. Высыпается вот в это вот, в загрузочное отверстие. И тут такой конус, который по мере необходимости опускается. В этот конус прорываются горячие газы из печи. И опять конус поднимается, отверстие закрыто, больше уже сюда ничего не выходит. Обратите внимание, вся эта конструкция должна проработать, несколько лет. Вот в таких вот условиях температурных. Это еще то изделие. Вот такая вот малозаметная вбок идет труба. Знаете, что это такое? Труба, по которой выходят газы отсюда, из этой домны. И вот эти газы, сами по себе, самое интересное в этом доменном процессе. Самое интересное нововведение, которое удалось здесь сделать. Ну вот тут слоями опускается, постепенно идет реакция. В школьном учебнике была такая картинка. Показывает, где какая реакция идет. Вот тут вот идет восстановление окончательное, железа. Тут уже железо расплавляется. Внизу собирается чугун. Его выпускают через специальную, ледку, да? То есть открывается как пробка или пробивают иногда пробка и льется струя чугуна. До тех пор, пока, не появится там, шлак. Ну, или вот сколько чугуна. На дне имеется шлак. Шлак можно над чугуном, слой расплавленного шлака. Шлак тоже надо время от времени спускать, да? То есть вот его, сливать куда-то.
Вот такая вещь, значит, вот задуть дом, но это ее, значит, загружают коксом, разжигают, разогревают, потом только начинает туда засыпаться все. И потом называется выдуть дом, но когда, значит, процесс кончается, дом становится на ремонт. Там бывает, так сказать, средний ремонт, когда посередине, вот внутри этой вот процесса происходит ремонт. Почему нужен ремонт? Потому что изнутри дом обложено огнеупорным кирпичом, и огнеупорный кирпич, значит, постепенно выгорает, постепенно, вот, скажем так, смешивается со шлаком и удаляется из печи. Эта футировка, естественно, там вся укреплена металлической арматурой. Ну, иначе, ты глядишь, там будет обваливаться, и десяток лет не проработает такая печь. Ну, так вот, самая эта изюмина здесь происходит вот с чем. Значит, здесь происходит дутье. Дует воздух, как правило. Ну, сейчас можно в современное время-то можно и кислород туда дуть, но это как-то не практикуется на домнах. Значит, дует воздух, но воздух должен быть нагрет. Вот в чем, собственно говоря, секрет постановки на такой вот промышленный поток производства чугуна. Не какое-то вот свиное железо, да, чушки, да, какие-то такие грязные, перепачканные в шлаки, непонятно, что с ними делать. Потом еще этот, так сказать, пудинг-процесс с ними надо делать, или падинг-процесс, да, вот это вот перемешивать на чем-то там вот кусочками. Нет, это многотоннажное, выливает, знаете, куда выливается? В чугуновоз, в железнодорожный вагон, там, значит, такой ковш, туда выливают чугун. И везут этот расплавленный чугун, он еще не остыл, для дальнейшей переработки в сталь, да, но об этом немножко потом. Так вот, вышедший отсюда газ используется для нагрева. Нагрева специальных таких вот сооружений, выполненных внутри из кирпича. Вот он такой вот это вот сооружение. Внутри как печка. Печка с дымоходами. По этой печке с дымоходами проходит вот этот вот, значит, газ, вышедший из доменной печи. Тут где-то доменная печь-то маленькая, ее незаметно. Вот она, доменная печка. А эта доменная печка, они, как правило, работают парами. На эту доменную печь сразу, значит, целый ведь тут цех. Вот это вот цех, который готовит то, что в нее нужно засыпать. Специальный цех. А вот это вот, значит, рекуператоры называются это. В них горячий газ, очень богатый угарным газом СО, и просто он горячий, он здесь еще сгорает, догорает и нагревает вот эту печку изнутри. Когда она нагрета, через нее начинает продувать воздух холодный в обратном направлении, он нагревается, и вот этот вот нагретый воздух и задувают в домну. А тем временем газы по, значит, этим самым трубопроводом, которые, значит, там специальные заслонки, краны, вот это все вот такое вот сделано, вот огнеупорное, работающее несколько лет, они нагревают другой рекуператор. Да? И вот так постепенно весь этот вот нагрев и происходит. Вот в этом и есть тайна, по сути дела, доменного процесса. Вот что нужно было усовершенствовать. Нужно было дуть горячим воздухом. Надо было горячим воздухом продувать, значит, домну. И больше ничего. Вот она, домна, маленькая, да, но это гигантское сооружение. Помните, значит, замечательный фильм про любовь? Назывался он «Высота». Вот там, значит, монтажники-высотники слали нам с высоты привет и строили вот эту вот огромную домну. А так, видите, она, это огромная домна в доменном производстве. Это очень достаточно маленький, скромненький объектик. Вот оно как получилось. Вот. Да, ну вот эта иллюстрация, лишний раз я вам покажу, как это все происходит, доменное производство домна. Выходит из нее, значит, чугун сливается и шлак сливается, да. Несколько тысяч тонн шлака в сутки, 2500 тонн шлака в сутки. Вот какие отходы огромные. Шлак, кстати, старается тоже во что-нибудь употребить, в качестве строительного материала или что-нибудь, да. Газы, отходящие газы, вот эти, которые выходят из доменной печи, они нагреваются, вот эти вот воздухонагреватели, да.
Вот. Воздухонагреватели нагревают, и по ним, значит, по этим воздухонагревателям компрессоры подают по нагретому воздухонагревателю, значит, воздух в домну задувают. Ну и вообще, в принципе, эти отходящие газы, их надо бы очищать. Вот их очищают тут, значит, в специальных фильтрах, чтобы не попадал туда, куда не следует пыль в атмосферу. То есть, чтобы эта пыль, не то, что в атмосферу не попала, бог с ней, с атмосферой, чтобы эта пыль не забила рекуператор. Вот в чем дело. Значит, сначала она очищается вот в этих вот фильтрах. Ну, сейчас даже электростатические фильтры применяют, чтобы не забил рекуператор. Вот видите, вот как надо было все это продумано сделать, каждый ход. А ведь это ведь каждый эксперимент, вот посмотрите, это вам не транзисторный приемничек спаять схемку, работает, не работает. Вот построить это сооружение, которое должно работать несколько лет, которое должно выдавать каждый день 1000 тонн продукции, да, а оно не работает. Потому что не учли какой-нибудь пустяк. Вот проэкспериментировали. Разве можно эти эксперименты делать, не будучи круппом? Вот так, по большому счету, вот, технологично осваивать, оттачивать каждый пустячок. Да? Не просто вот в принципе, а, ну и все. В принципе, ну, отковали заготовочку. Да? Нет, это надо, чтобы работало годами, крупнотоннажно, и кормило бы вот металлом промышленности, а зарплатой рабочих, которые там работали. Десятки тысяч работали на крупы, между прочим, людей. Вот. Так, я вот вам что скажу. Значит, как же придумали переделывать чугун в сталь? Значит, бессемер. Бессемеровский процесс получения железа. Конвертер бессемера. Англичанин Бессемер придумал этот конвертер. Чего он только не придумывал. Он был такой изобретатель смелый. Вот. Вот. И вот он придумал вот такую вот очень простую вещь. Это как бы чашка. Да, большая чашка. Ну, можно сказать, тигель. Огромный тигель. В него заливается металл, распалованный чугун. И снизу, через эти отверстия, под давлением, компрессором, естественно, подается воздух. И идет выгорание отсюда вот этого самого углерода. В кипящем вот этом вот металле, видите, тут и уровень спокойного металла, уровень кипящего металла, вот это вот в металле происходит химическая реакция. Происходит выгорание углерода. То есть лишний углерод, который есть в чугуне, он там выжигается. Система, значит, поставлена на такой-то опрокидыватель, да, подается, вот оно идет сюда, подается, значит, воздух. Были бессемеровские руды. Не каждый чугун можно было в этом конвертере перерабатывать. Дело в том, что, во-первых, в этом конвертере азот соединялся с металлом. Раз. Второе. В этом конвертере не удавалось удалить из металла фосфор. И фосфор, и сера, и азот приводят к тому, что металл становится хрупким. В принципе говоря, фосфор и азот иногда в металл добавляют специально, чтобы придать ему нужные свойства. Вот есть так называемая автоматная сталь, богатая фосфором. Автоматная не потому, что из нее делают автоматы Калашникова, из нее не делают автоматы Калашникова. Ее хорошо обрабатывают на автоматических станках. Помнили, как работает токарный станок? Токарь, значит, резцом режет, и с резца вьется бесконечная лента металлической стружки. Для автомата это очень тяжело. Значит, так сказать, токарь снимает ее крючком, сбрасывает это огромное количество гор стружки, бегает подсобник с лопатой, да можно и с вилами, наверное, бегать, эту стружку загружает в ящики, чем-то надо эту стружку утрамбовывать. Это же, собственно, вата только железная, да? Вот. А автоматная сталь не получает такой стружки. Чуть-чуть, и она уже ломается. Быстро обламывающаяся стружка получается. Вот такая очень удобная для обработки сталь. Там, где важно, чтобы автомат обрабатывал, чтобы не было вот этого человека с крючком, там такая сталь с фосфором хороша, конечно. Но
А рано или поздно запасы руд, значит, бедных, во-первых, фосфором, во-вторых, значит, смирение потребителей, получающих сталь, обогащенную азотом, да, то есть им тоже приходилось смириться со снижением качества, оно, значит, сходило на нет. Значит, была такая попытка, назывался Томас, фамилия тоже изобретатель, тоже английского. Томас придумал добавлять в этот процесс известь, футировку делать из доломита, этого конвертера. И вот в таких конвертерах ему удавалось обрабатывать и богатый фосфором чугун перерабатывать. Да? Вот такой назывался этот томасовский процесс. Вообще вся беда бессемеровского процесса заключалась в том, что применялось воздушное дутье. Продували воздух. Воздух можно было продувать и горячий, да, вот, а можно было и продувать воздух холодный, но лучше горячий, конечно. Горячий воздух в этом деле был очень хорош. Вот, но беда заключалась в том, что рано или поздно запасы руд, пригодных для использования в бессемеровском процессе, закончились. Нужно было что-то придумывать другое. Таких руд было очень мало, по большому счету. Нужно было что-то придумать другое, была придумана мартеновская печь. Придумал ее, да, Пьер Мартен. Это был очень авторитетный во Франции молодой человек. Он был сын хозяина некого металлургического завода, ну, по современным понятиям, металлургического заводика. И он, соответственно, кончил корпус горный, там он стал директором некоего крупного предприятия во Франции. И вот в середине своей карьеры он использовал изобретение одного очень известного нам по фамилии немца – Сименса. Сименс – это тоже замечательное совершенно семейство изобретателей, которые изобретали все, что попало, все, что под руку попадется. Это были такие вот, ну, гении-изобретатели. Они, что им придет в голову, то изобретали. Они изобретали разные горелки, регуляторы паровых для паровых машин, изобретали кабели. Ну, собственно говоря, кабельное производство, вот современное, оно растет вот из кабельного производства, которые когда-то наладили Сименсы. Да? Они, кстати говоря, занимались минированием вод вокруг, так сказать, Пруссии. Да? Вот на дне лежали мины, которые по кабелю с берега, значит, приводились в действие. Таким образом, они защищали побережье Пруссии во время франко-прусской войны в 1871 году. Это вот, скажем так, люди чем-то были очень похожи на Нобелей, на братьев Нобелей. И там и братья Нобели, и отцы Нобели, и дети Нобели. Там, помните, были все здесь тоже. Сименсы были отцы и братья. Вот такая вот компания. Сименс вообще достаточно хорошо известная фамилия была в немецкой, скажем так, технической науке. Но об этом другой разговор. Так вот, Сименсы придумали, как бы вам сказать, способ экономить тепло. Способ получения, значит, тепла из отходящих газов для того, чтобы нагревать, значит, топливо, воздух, подающийся в топку. Да? Вот как. И вот эта вот идея была использована, так сказать, Мартеном. Мартен просто приспособил ее вот под свое дело. Помните, я вам рассказывал в прошлый раз, как варили сталь по-хорошему? В горшках. В горшках, ну, простите, в горшках не наваришься на железную дорогу стали. Ну, что вы? Где ты в горшках наваришь? Сколько это будет железная дорога стоить, если в горшочках варить сталь, как супец? Да? Вот он, мартеновская печь. Давайте на нее поглядим повнимательнее. Чего только у ней тут нет. Это тоже огромное сооружение, многоэтажное причем. И говорят, верхнее строение печи, нижнее строение печи. Значит, горит огонь и нагревает вот это вот в верхнем строении печи, находящуюся в ванну с расплавленным чугуном. Вот он, расплавленный чугун. Кстати говоря, чем замечательна мартеновская печь? В ней не обязательно заниматься переделкой чугуна в сталь. В ней можно плавить хоть металлолом, лишь бы достаточно большую температуру получить. Вот в обычной печи
не удавалось получить большую температуру, чтобы в горшках, как подобно стеклу, варить сталь. Да? А вот в мартеновской печи за счет этого быстрого оперативного обмена теплом, значит, между отходящими газами и значит, теми газами, которые идут, значит, в топку, да, в качестве воздуха, да, ну, нагретого оперативно, вот это вот придумал систему такую вот Siemens. И вот благодаря ему, значит, существует производство мартеновской стали. До возникновения водородной, простите, кислородного дутья, до производства отдельно кислорода, это замечательная вещь, кислородные заводики, это очень такая востребованная в технике штуковина, не только для высотных полетов, значит, так сказать, летчиков нужен кислород, и для космонавтов кислород нужен в качестве окислителя в металлургическом процессе. А в ту пору такой возможности не было. Так вот, в мартеновском процессе реализована самая грубая, самая примитивная схема. Да? То есть есть горшочек, да, которым в маленьком горшочке можно варить сталь. Давайте сделаем большой горшок. Что для этого нужно? Для этого нужна большая температура. Что нужно, чтобы получить большую температуру? То есть такой вот подход, просто увеличить в размере называется. Да? Но увеличить в размере, попробуйте-ка, разве так просто увеличить в размере горшочек с расплавленным металлом? Это же получается чаша, а именно так и называется в мартеновской печи, ванна со сталью расплавленной, в которой идет реакция. Сейчас-то в этой ванне варить сталь, кстати, одно удовольствие, сразу много можно варить. Да? Значит, кстати говоря, какие бывают замечательные стали? Стали бывают кипящие, например, есть такое понятие «кипящая сталь». Что такое кипящая сталь? Это сталь, в которой много газа. И вот когда она затвердевает, этот газ в ней растворенный, он начинает выделяться. Я вам правду скажу, что вот в обычном куске железа, ну, стали, растворено примерно 30 объемов угарного газа. Это что значит? Ну вот взяли вы железяку весом 7,8 килограмма. Объем этой железяки 1 литр. В этой железяке растворено 7 объемов угарного газа, 7 литров угарного газа. И вот почему, когда в квартире новые батареи какие-нибудь, да, представляете, новые батареи, только что вот начался отопительный сезон, батарея нагревается, как-то побаливать голова начинает. Это происходит от того, что медленно-медленно угарный газ потихонечку диффундирует из вот этой вот, из металлической батареи, из чугунной батареи, и, значит, вот попадает в комнату. Он, конечно, попадает в маленьких количествах, но для особо чувствительных персон этого хватает, чтобы немножко поболела голова. Ну, с этим можно легко бороться, проветривая, да? Правда, при этом холодно будет от проветривания. Ну, некий парадокс. Но, тем не менее, вот так вот и работает то, о чем мы с вами только что сейчас толковали. Так, давайте вернемся к конвертерам. Конвертеры все-таки оказались замечательной вещью. Конвертер, когда через него продувается не воздух, в котором много азота, а продувается кислород, он всем возьмет. Да? Этот продуваемый там кислород не содержит же азота, и металл не становится хрупким. Да? Вот есть смысл нам с вами поглядеть, как же... Так, где же он есть смысл-то? Вот он смысл. Как работает конвертер? Конвертер работает очень просто. Это совершенно простое, скажем так, вот кухонное почти что действо. Да? Берется большущая вот эта вот груша. Груша почти как у бетономешалки. В эту грушу почти как у бетономешалки, но при необходимости засыпается какое-то количество металлического лома. Процентов несколько десятков. Можно туда засыпать металлического лома. Туда можно и лом засыпать стальной, можно туда засыпать чугун. Почему не слишком много? Потому что главную энергию, которая нужна для расплавления, да, он получает из чугуна. Заливается чугун дальше в этот конвертер, то есть жидкость. Расплавленный чугун, горячий, тут идут искры, фонтан искр, столб какого-то вот дыма такого, и переводится конвертер в рабочее положение, вертикальное. Значит, над ним, так сказать, вытяжка, в эту вытяжку идет дым, а в конвертер опускается фурма.
Форма – это такая труба. Несколько слоев у нее стенка, и форма эта охлаждается водой. Что иначе она просто разрушится и расплавится, эта форма. И вот охлаждаемая водой форма. Совсем не обязательно эту форму опускать внутрь значит, расплавленного чугуна, чтобы он, так сказать, булькал. Часто просто обдувают поверхность чугуна, как при классической, так сказать, варке. Вообще сам вот этот вот процесс в конвертере или в... так сказать, томасовский процесс, конвертерный процесс, так его называют, конвертерный процесс, да, он конвертирует чугун в железо с дутьем кислорода, это продолжается менее часа. Вот такие вот, так сказать, мерки. Менее часа. Продули, чугун превратился в сталь. Он при этом выделяется большое тепло, достаточное, чтобы расплавился тот металлом, который в него засыпали. Чугун превратился в сталь. Что дальше надо делать? А дальше начинает выливать сталь. Не нужно думать, что над этим чугуном нет, скажем так, шлака. Шлак есть. Для этого в стенках предусмотрена дырочка. Вот через эту дырочку, вот когда вот эта, так сказать, бульбочка, или как это назвать-то, груша, да, груша повернута почти что, вот, не выливают через край сталь, а ее выпускают через вот это вот отверстие, да, через ледку, да, вот она вот через эту ледку выливается тяжелая сталь. Все, как только появился, значит, жидкий шлак, все, выливание завершается, конвертер поворачивается в другую сторону и опорожняется, выливает все, что нужно, все, что в нем было. Его снова надо загружать в следующей порции расплавленного чугуна и продолжать с ним работу, да. Вот было много разных... модификации конвертера, разных находок, да, с предварительным подогревом чугуна дополнительным, там, чтобы вот его, так сказать, раскочегарить, как-то так вот разогреть побольше, с подогревом воздуха. То есть каждого что гораст, получались разные названия, там, русский конвертерный способ, там, этот как раз с подогревом чугуна такой был предварительным. Вот, ну, всякие там другие способы. Это вот все замечательный очень был такой процесс. Железоделательный. В результате производство стали из такого вот процесса почти что алхимического, ну, химического, да, когда в каких-то вот, так сказать, этих горшках ее варят, он превратился в многотоннажный процесс. Много тонн металла производится. Это как раз то, что необходимо для индустрии 19 века. Да? Помните, вот 19 век, пароходы, это же металл, стальные пароходы стали делаться. Железные дороги, ну, само название, что стоит железная дорога. Строительство железных мостов, всяких сооружений железных, вот это вот такое вот жульверновское, да, вот это, помните, вот жульверновщина. У Жульверна есть такой роман, называется он «500 миллионов бегуммы». Там два персонажа противопоставлены. Некая индийская, как это сказать-то, княжна, наверное, да, бегумма ее звали. Вот эта вот бегумма завещала свое состояние потомкам врача, который ее вылечил от какой-то болезни тяжелой. Вот в благодарность. Эта бегумма завещала, значит, потомкам врача, который спас ей жизнь. Врач был европеец. И среди потомков его вот оказалось два человека. Значит, некий немецкий инженер, сказать, Шульц. Это такой вот собирательный образ, да? Собирательный образ немецкого инженера, можем сказать, так сказать, Круппа, да? И некий такой жизнерадостный французский медик, врач, такой вот одержимый идеей строительства города будущего, города солнца, да, можно сказать так вот. И почему-то они где-то эти два своих города-то выстроили почти что рядом. Шульц занимается военными такими вот разработками, разрабатывает орудия, снаряды, сооружения, там всякие металлоемкие конструкции,
таран для броненосца, который после удара в тело, значит, корабля противника отделяется, она на этом таране мина, которая закрепилась в теле корабля противника, броненосец отходит, корабль противника взрывается, вот такие всякие идеи, снаряды, которые начинены другими снарядиками, которые, значит, разбрасываются и, значит, там уничтожают все вокруг себя на большой площади. Вот этот вот Шульц, мне кажется, был списан, в общем-то говоря, с Круппа, с крупповских технологий. Ну, не любил Жюль Верн немцев. Ну, что с ним сделаешь? Была такая та эпоха, когда, значит, Жюль Верн становился уже маститым писателем, и в это время Франция воевала против Германии, у него, соответственно, вот такой вот неприятный осадок от этой войны, в которой победили немцы, Франция была унижена, потеряла Эльзас и Лотарингию, ну вот он, значит, в романе эти персонажи были негативами, все негативными романами, хорошо, хоть повезло русским, он русских не выставлял, значит, в нехорошем свете, и они редко у него появлялись в романах, но к ним отношение там было положительное, потому что к тому времени уже забылась его памяти Севастопольская кампания, вот где французы противостояли русским, но этот был где-то далеко, ведь там где-то под Севастополем, вот, ну, а вот нам в этом плане повезло. Но рассказ у нас не о Жюль Верне, а о Круппе. Так вот, в ту пору многие системы технические часто назывались по имени инженера, который их придумал, тогда вот инженерный труд был очень в этом плане уважаемый, или по названию фирмы, которая впервые это разработала. Но, в принципе, вот такое вот желание у русскоговорящих людей называть по названию фирмы какой-нибудь объект технический, оно осталось очень, вот, почти до сегодняшних пор. Одно время была попытка, когда у нас появились кроссовки, обозвать их «адидасами». Вот была такая попытка, помню, что в русском языке, знатоки русского языка ее критиковали, говорили, что не нужно называть кроссовки «адидасами», да, потому что не только «Адидас» делает кроссовки. Вот. Ну, в ту пору, когда говорили о технических новинках, говорили «пушка конструкции Круппа» или «системы Круппа». Крупп внедрил, я не могу сказать, что он изобрел, потому что разработка таких вот масштабных проектов, будь то металлургия, будь то система вооружения, это не дело одного главного конструктора. Знаете, у нас есть такой вот, скажем так, вот был в свое время в технике культ главных конструкторов. Да? Вот главный конструктор ракетно-космической техники Сергей Павлович Королев, главный, он даже генеральный конструктор был, значит, Туполев, да? Андрей Николаевич. Все это замечательно, они действительно великие, гениальные люди. Но представьте себе, ведь ни Туполев, ни Королев целиком всего этого изделия не конструировал и не чертил. Он руководил работой огромного коллектива ученых и инженеров, и конструкторов, технологов, которые потом это все внедряли, понимаете? Так и Крупп руководил работой вот этого целого коллектива значит, инженеров по созданию военной техники 19 века, по революции военной техники. Понимаете, в чем дело? В ту пору происходила революция в области артиллерии. Ну, что за артиллерия была в начале 19 века? Вот 810 год, 1810 год, появление фирмы Круппа, да? 1812 год, да? Мы прекрасно помним это по фильмам Бондарчука. Пушки вот эти вот литые, желающие могут сходить на них посмотреть, они сложены в Кремле штабелями, пушки, брошенные Наполеоном при отступлении. Вот. Ну что такое, какая-то вот летающая штуковина со стволом, запальным отверстием, с дула заряжается, а уже середины века нарезная артиллерия. А вот представьте себе нарезное орудие, которое заряжается с дула. И почему нарезное орудие? Потому что хотим стрелять точно, хотим стрелять далеко, потому что вращение стабилизирует снаряд. Но оказалось, что стабилизировать вращением просто
круглый снаряд, нет смысла. Как заставить снаряд двигаться плотно по стволу, да, и при этом еще входить во вращение? Это вопрос достаточно загадочный. Вот его пришлось решать Круппу. Надо сказать, что на тех образцах военной техники, да, пушек и снарядов, прям видно, как бьется мысль, насколько неправильный с точки зрения современного, так сказать, с точки зрения глаза современного человека, привыкшего вот к современным артиллерийским системам, да, насколько были наивными, примитивными те решения, которые применялись до Круппа. Да? Крупп действительно произвел революцию в артиллерии, ну, в своем промышленном плане, да. Ведь дело не в том, чтобы кто-то где-то что-то изобрел, где-то что-то внедрить надо, поставить на вооружение, протолкнуть, в конце концов, договориться с кайзером, чтобы он заказал эти большие объемы, значит, так сказать, вооружения, найти сбыт для них, найти заказчика, металл, как делать стволы. Тоже целое дело. Ведь, в принципе говоря, значит, многие ответственные детали стволов в России, даже еще в, скажем так, во второй половине 19 века, делали из стали, специально сваренной вот в этих вот, в горшочках. Да? Но представляете, как тяжело было вооружить большую армию многомиллионной страны, России, если сталь для орудий варить в, горшках. Да? Насколько это тяжело. Да? А проблема была, как ее надо было решить. Как стрелять из пушки, снабженной нарезами. Как стрелять? Значит, надо думать. Значит, во-первых, от ядра придется отказаться. Удлиненный снаряд. Да, удлиненный снаряд при вращении себя лучше ведет. Да, заряжать, конечно, с казенной части. С казны вернулись. Да? Ведь это ведь в свое время первые пушки... Сейчас про это как-то забыли, но заряжались именно с казны. Первые орудия, которые называли вот там, бомбарды, да, они имели следующую конструкцию. Ствольная часть, в которую, значит, закатывалось ядро. И сзади на резьбе прикручивался вот зарядная камера, скажем так. Зарядная камера сзади на резьбе прикручивалась. Вот так вот. Вот как это делалось. Ядро можно было закатить и спереди, да? Но главное, что заряд прикручивался сзади. Вот эта вот конструкция была крайне неудобна, да? Ее пришлось воспроизвести в орудиях системы Круппа, но на новом совершенно уровне. Казнозарядные пушки могли стрелять нарезными снарядами, не вот просто вот обернутыми в тряпочке, а нормальными, да? Как стрелять? Как стрелять из нарезной пушки? Что делать? Что делать? Ну, нарезные ружья стреляют. Стреляют свинцовыми пулями. Достаточно крупнокалиберный штуцер, да, стреляет свинцовыми пулями следующим образом. Свинцовые пули вписываются в эти вот нарезы, как бы врезается в них. На пуле остаются следы нарезов. Да? Желающие могут посмотреть пульки, которые вылетают из ствола, мелкашки, вот это 5,6 миллиметра, в тире из нее стреляют. Вот там они, значит, хорошо видны нарезы, если пуля не расплющилась об стальной лист. Чаще всего она плющится об сталь в тире, да, который стальной лист такой, отражатель. Где уж надо стрелять, чтобы эту пульку зафиксировать, не знаю. В деревяшку, наверное, какую-нибудь попробовать. И то нас деформирует. Она же очень мягкая, свинец. Так вот, мягкость свинца мешала тогдашней артиллерии жить. Да? Представляете? Значит, если быстро вылетает снаряд, а в этом и прелесть нарезного орудия, чтобы начальная скорость снаряда была большая, тогда и дальность, и точность. Да? Так тогда вот этот вот свинец сдирается со снаряда. И получается просто вот разрушение снаряда при выходе его из ствола. Ободранный свинец, куски его, естественно, аэродинамика никакая. Куда он попадет, снаряд, неизвестно. Не дело. Как надо выходить из положения? Вот эти все загадочные вещи вот и решили инженеры Круппа. И пушки сделали нарезные, казнозарядные, и огромные пушки сделали, которые должны были защищать побережье
Германии от нападения, так сказать, французов, но оказалось, что немцы на французов напали, а не французы на немцев. Ну, в общем, разобрались они между собой, что-то там поделили из-за Солотаринги. Вот, ну вот, благодаря этой войне Крупп, конечно, имел лишнюю возможность развить свою промышленность. Вот. Но это было тогда уже, когда Крупп был признанным фабрикантом металла, орудия, оружия и такой вот металлоемкой всякой вот продукции, металлоемкой техники. Вот. Ну, я вам раскрою в следующий раз все секреты, скажем, так сказать, крупповой артиллерии, как вот к современному изящному решению, да, относительно легкий корпус, снабженный изящными медными поясками, которые ведут снаряд по каналам ствола, да, как вот к этому изящному, в общем-то, решению пришли инженеры, так сказать, Круппа, да, вот это вот важно очень знать. Теперешнее оружие было выковано, в принципе, вот сумрачным немецким гением Круппом и его инженерами. Вот такая вот вещь получилась. Хочется мне поблагодарить вас за внимание, но перед этим напомнить вам, что случившаяся в XIX веке революция в металлургии затронула не только черную металлургию. Все вот эти вот наработки кислородным дутьем, с использованием кокса, с использованием таких вот систем типа печей, так сказать, Мартена, позволили и в технологии цветных металлов сделать рывок. Но это было не так важно для Круппа, но важно было для цивилизации, для электротехники. Ведь вся электротехника построена на медных проводах. А медь – это очень важная вещь. Не всегда медь удавалось, как сейчас, рафинировать с помощью электрических электролиза. Да? Не всегда удавалось рафинировать. Когда-то приходилось медь очищать чисто химическим, чисто таким вот пирометаллургическим, да, огнеметаллургическим процессом. Ну, вот тоже оттуда все заимствовали. И вот с тех пор, в принципе говоря, с внедрения мартеновских печей, конвертеров и доменных печей, по большому счету, ничего вот такого вот крупно-тоннажного в части выплавки, да, производства чугуна и стали не произошло. Все остальные, значит, чудные совершенно идеи 20 века, да, с прямым восстановлением железа, да, они, в принципе, были реализованы, это были, ну, так сказать, высокие спортивные достижения, да, вот в техническом спорте, да, но вот основу черной металлургии, вот исходных материалов получения остались вот эти вот процессы. Остались процессы, значит, доменный и мартен, и кислородное дутье в конвертере. Все. Вот, да, это основное. Благодарю вас за внимание. Как вы слышите, я отдал все силы пропаганде идей, так сказать, черной металлургии. Всех благ вам, удачи.